В Запорожской области продолжается запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах. Несмотря на это, желающих выйти на лед в запрещенных местах меньше не стало. С некоторыми из них в ходе рейда познакомились сотрудники рыбохраны. Это затока между Грибным каналом и Каховским водохранилищем, известная под названием «Труба». За рыбалкой на зимовальной яме наблюдают переодетые инспекторы рыбохраны. Видят, что ловят преимущественно зарыбок, и по сигналу начинают облаву. На тех, кто с уловом, составляют админпротоколы, остальных примерно 50 человек предупреждают. Там зимовальная яма, и рыбачить даже близко к местностям запрещено. Штраф составляет от 4 до 170 гривен, плюс ущерб за каждую выловленную рыбу. Например, судак 510 гривен, тарань 85 гривен, сом 420 и так далее. Еще 4 браконьеров задерживают вечером на Каховке. Сумма ущерба около 20 тысяч гривен. А на рынке выявляют незаконные орудия лова. Примерно 1 километр сетей и 20 драков. В этом случае штраф составит от 153 до 340 гривен с конфискацией орудия лова. Напоминают, сейчас рыбалка запрещена от Днепрогэса до Лысой горы. В этом году впервые открыт для ловли кушугум. Также рыбачить можно в Балабинском заливе, кроме 200-метровой зоны насыпной дамбы.